Уважаемые жители села Стразовка, дорогие братья и сестры, в воскресенье в 9 часов у нас богослужение будет архиерейское при сослужении священнослужителей. Иисус Христос, придя в этот мир, для нас явил и открыл три важных события. Первое. Он явил себя Бога в той полноте, настолько ум человека может понять и вместить в себя. Второе, Он научил нас, и третье, искупил. И, уходя из этого мира, Он ученикам сказал: «Я ухожу, но умолю Отца Моего, и Он вам даст иного утешителя, Духа истины». В 50-й день ученики получили дар Духа Святого. Ум просветился, и полнота правды Божией открылась в умах учеников. И они разнесли эту весть по всему миру. И дар Духа Святого через возложение рук передали епископам и священникам. Все, что совершает священник в храме, не от своего лица, а даром Духа Святого. Крестит, венчает, дом освящает не от своего лица, а Божьей благодатью. Так же, как это и богослужение совершается, епископ призывает дар Духа Святого на всех молящихся. Это очень важный момент, это очень важное событие, особенно архиерейское богослужение. Поэтому просьба, приходите все в храм, приводите детей на причащение. После окончания литургии будет благодарственный молебен с благодарностью перед Богом за все то, что было, и просьба на будущее. Покрова, здоровья, мира, благополучия и всего того, чего бы желал или хотел человек. Приглашаем всех.